Всем привет, и это видео для любителей заднего двора. Мифы о кексе с обратной стороны. Я до сих пор не знаю, за что меня может забанить ТикТок, поэтому выражаюсь как на детской площадке. Многие считают, что задний вход очень узкий, намного уже, чем, так сказать, классический. И именно эти мифы порождают такую магическую тягу у мужчин к данному виду удовольствия. Но соответствует действительности это лишь отчасти. Потому что наша прямая кишка по форме больше напоминает шарик, завязанный в узел. И вот конец этого шарика сжимают два сфинктера, что означает, при данном виде удовольствия лишь у самого основания вам будет узко, но преодолев сопротивление, в то время как в классическом виде удовольствия вы получаете равномерно узкую мышечную трубу. Ну что, эпилога не будет, я не знаю. Хотите, занимайтесь, хотите, не занимайтесь, хотите, напишите, как вы относитесь к этому виду удовольствия. Это, опять же, один из тех немногих моментов, когда я целиком и полностью согласна с данной женщиной. И я считаю, что никакого резона в этом нет. И, в принципе, это даже противоестественно. Где вы видели животных, которые... Там кошечки, собачки, дельфинчики, да? Любое млекопитающее возьми. Ни одно не долбится в задний двор.